Do you хочешь скачать еще гигабайт? Of course, I have много места for use. Ожидульшин. Тут мне какой-то препараты хотят сунуть, Денис. Че за реклама препаратов каких-то? Все правильно. Ты идешь по правильному пути. Бомжи какие-то. Мне показывают бомжа. Кота. А потом Это... мне показывают какую-то зеленую лужайку, в которой, блин, ежик в нее просто на нее упал. И смесь от Да, там шариков огромный лицом. ёж. Потом снова кошака бомжа, которые смотрят на девушку, которая тоже кошак. Опять препараты показывают. Не хочу, я мне все. Со мной все хорошо. Игра. А, мне кажется, это намек, кстати. Игра сама дает намек, типа, лучше не сюда ходят только больные. Опа, как какой-то ураган, в котором дофига птиц. Смерч. Птицы летают в урагане. Вот не дураки. Новый ежик. О, новое что-то. Номадис Сити. Мне показывают тут Тектион. Там написано Лунгмен. Ну, это жесть про... Катастрофа. Ну, тут даже что-то написано было. Там все на английском, блин. А где русский? Не надо врать, там есть пару русских слов. Все плохо. Блин, слишком мало картинок на загрузочный фон. Он ленивый жопа. Ты еще чем-то недоволен? Почему одно и то же показывает? Ну да, Да нет, блин. 3 раза одну и ту же картинку показывают. Я недоволен, да? Люблю свой быстрый интернет. Мне почему-то все время кошку девочку показывают. И Сити. Да реально. Хочешь прикол? Смотри, 3 раза подряд кошку показали, да? Потом один раз Сити, потом снова кошку, потом снова Сити, потом снова кошку. Это что А где такое? же ежик и смерч? Ну вот, сейчас смерч пока. Страшно как. Сейчас Ой, будут ежик. препараты. Сейчас будут препараты. Да, сейчас будут препараты. Всего этого. А нет, снова кошка. Ну, Почему долго? у Сейчас. меня-то, Дань, у меня хотя бы О, разнообразие. вот препараты. Вот препараты для лечения такой проблемы. Блин, игра висит. Подожди, сейчас я выполню сложные математические вычисления. Она весит. Подожди, 1,4 плюс 0,29. 2/3. Она, подожди. 2. Да, 2 гигабайта. 2 гигабайта, 3 мегабайта. Или 2,3 гигабайта. Короче, Неплохо. Даня,
Она больше весить не будет. По крайней мере, ты знаешь, когда ты качаешь обновление, файлы заменяются, а не добавляются. Сколько у тебя Каких скачивающих? технологий, блин? Революционная игра. Да, я согласен, что это very interesting. Ну только тебе не нравится долгая загрузка, да, скачивания? Да, я сижу уже, смотрю 50 минут на одну и ту же картинку. Мне не... Да что мне показывают? Кошку и город. Кошку, город, кошку, город, кошку, город. Кошка в Слушай, я не городе. только кошка, а в городе. Эх, Даня, тебя так встретят в первые секунды. А, тебя заставят, короче, зарегистрировать аккаунт или же... Короче, Даня, создай аккаунт, если ты там его не создал. Какой аккаунт? Короче, вводишь почту и создаешь Так он аккаунт. глупой и обычный, нет? Нет. Дань, пойми, если ты не создашь аккаунт через почту, то твои сохранения потеряются. Просто создай аккаунт. Смысле Введи, Google Play? Даня, просто почту и пароль придумай, все. Придумать почту? Да. Ну у тебя же есть Сейчас одну почту существующая придумывать. своя почта. Конечно, есть. Ну просто введи 93 почту и пароль. процента. Я устал смотреть на город и эту девку. Блин, Не волнуйся, хватит. сейчас загрузка пройдет, тебя заставят Я другие. ежику уже не видел очень давно. Можешь мне ежику показать? 99. О, ежик под конец появился. Мой спаситель. Ежик. Стерт. Черный камень. Игра, ты запустишь там? О, да. А, Твиттер, Фейсбук. А, ну Фейсбук у меня есть, что мне париться? И Твиттер есть. Да, я прочитал все ваше правило на английском. Я же русский. Алло. Да, что там у тебя? Я придумал себе суперсложное имя. Только не надо вводить сер и 10 000 символов. Ты же это не ввел? Дай 68. Вау! Да, подожди, не смотри. Так, я вижу по типа, больничку, что такое. Я типа, я даже не знаю. А, это меня, наверное, спасают. Это тебя Или я спасают. спасаю? Наверное, меня все-таки. Тебя. Ладно. Белый фон. Что-то там. Короче, меня кто-то спас, у которого винтовка сзади на плечах. Или, подожди, это доктор. Подожди, кто я? Ты доктор, потерявший память. Все запуталось. Сложно, да? Да. Короче. Короче, мне какая-то Аминия спасла, у которой уши, как у Это... оленя. О!
Чего? Короче, олень меня спас, а кошка мне что-то говорит. Что я не понимаю. Они вообще между собой общаются. Я вот дурак. Обилие! Короче, что-то произошло, и пол больнички разрушилось мигом. Прикольно. Амения! Армения, да, Армения. Это Амия! Амия. 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 Читать учись. Ты сказал что-то там про кошку, да? Короче, меня что-то спрашивают. Говорю сразу, твои варианты диалога ни на А, что типа я не... все забыл. Типа я все забыл, мне что-то там вливают, что я какой-то там доктор. Короче, у меня амнезия, дурачок. Все правильно. Какие-то Рохдес, Исланд. Какой-то остров, короче. Я не знаю, как переводится. Что-то про партнера мне задевает. Короче, Так. ты вот видишь Подожди, я эту... могу промолчать, я могу сказать I can trust you, типа, могу я тебе доверять? И я вижу... Короче, я выберу первый вариант. Промолчишь? То, что ты... Нет, первый вариант, могу я тебе доверять или нет? А, второй Короче... вариант только... Так. Короче, Да. что-то происходит, я ничего не понимаю. Даня, говорю сразу, понятным языком. Вот эта вот девочка-кролик, это твоя по... Ну, короче, под... Олень. Олень, выражайся правильно. Олень. Олень. Нет, олень Да. тут по-другому выглядит. Типа моя девушка или еще типа она сказала, что типа я кто-то там ее партнер. Пришел какой-то белый петух, какой-то черный петух. Они в стиле ниндзя. Что-то ниндзя-петухи пришли. Что вы хотите? Ниндзя-петухи. Что-то там происходит, типа файт. Медик, знаешь, вот медик, она с таким ровным лицом стоит, типа, да? И при этом говорит, типа, ах, с ровным лицом. Короче, батва происходит, забив. Короче, говорю, давайте их загасим. Типа, они такие, да, давай их загасим. Типа, мне там доверяют, все дела, кое красава. Возьми командование, Рохит Исланд. Оперейтинг, три вопроса. Опа, 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 мне объясняют, как играть в эту игру. Понимаю. Так, база противника, наверное. Красная хрень. Да, короче, откуда они идут, я должен ощущать. Да, враг, все дела. Так. Коины у меня есть какие-то. А, типа... Это мораль. Юнит, да, все понял. Это твои деньги, которые копятся, типа мораль. Да, чтобы я покупал юнитов. Какой повернуть? А. Ну давай, пинай. Всего 9 юнитов, может быть. Маловато. Их 9 может быть юнитов. всего 10, одновременно. А, ну да, 10, просто я-то уже поставил. Ну, пока вообще все изично.
Баба ангел с вектором. Мне кажется, я видел теперь все. А у меня она есть. И чтоб ты понимала, она имбовая. О, могу спидометр включить. Так, так понимаю. Подожди, тут. В смысле? А в смысле меня забрали? Ладно, короче, потом я тебя спрошу, что это за дичь. Так, короче, какая-то супер атака, я не знаю, что я сделал. Да, я понимаю, что ничего не понимаю. А, ты активировал способность. Подожди, как мне повернуть? Сейчас меня дамажить будут. Их нельзя поворачивать. Ты поставил, ты их направил, все. Давай, направляйся. А, о, второй появился, все нормально. Она щитовика бьет косой. Что? Ладно. Допустим, что это нормально. О, олень пришел помочь мне. Давай, олень. Если ты про девочку в синей одежде, это кролик. Это не олень. Олень. А еще она твоя подруга, можно сказать. Хотя ты ей как отец, да, скорее всего. Короче. Что? А, нет! Ты ее подожди, лучший друг. Отец и подруга? Подожди. Что? Ты являешься ее самым лучшим другом, типа. Короче, ты доктор, ты ей помогал, потому что она болеет. Спидом. Даня, я тебя найду, убью. Чем она болеет? А ты не знаешь, чем? Спидом? Я просто только такой вариант есть. То есть, если человек заболеет спидом, он будет превращаться в получеловека, в полуживотное? Наверное. Я вижу, нет, ты знаешь, доктор кандидатских нету. Наук. Знаешь все о медицине. Все, всех разгромил. Блин, что меня доктором называть? Называйте меня по имени. По имени. А что за черный чел? И какой-то белый чел. Ну черный чел за нами, походу, да? Ты мне можешь скриншот прислать, чтобы я тебе что-то объяснил. Я ни хрена не понимаю. Тебе опасно комментировать. Короче, какой-то белый мужик, у него на. У него бронежилет, маска белая. А, это враг, это и враг. У него... Это враг. И у него X. Это враг. Подожди, а они так обозначают количество хромосом у них, я понял. У него одна хромосома, а у нас ноль. Блин. Что себя об... О, появилась какая-то доберман. Доберман! Доберман. У которой... Хлыст. Подожди. Что за мишками? Короче, боже мой. У добермана... Короче, это очень серьезно. Это она. Это, во-первых, да, она... начнется этого. Это, во-первых, она. Во-вторых, у нее очень серьезная личность. Она типа строгая вроде. Да, мне все равно. Будешь у нас... Даже уши мне ничего не понимают. Ну, будешь доберманом. Ладно. Конец-то. Олень что-то там говорит. Какой олень? Добермане. Где ты рога увидел? Там уши. Как у зайца. Как у оленя. Уж какали. Короче, мы должны покинуть город, так понимаю. Да, потому хотя что я там вообще опасно. Ничего не понимаю. Там опасно.
Короче, она говорит, доберма. Боже мой, короче. Чё, они обсуждают мою амнезию. Что я дурачок. Они говорят, мол, Должен, типа, короче, всех доктор забыл. спасти. Короче, они говорят то, что ты забыл, короче, свои воспоминания, но ты помнишь стратегию битвы, типа, они тебе хотят отдать командование. Да, я доктор, который играет в ролевые игры. Так, чисто. Ну, знаете, так, чисто там пару тысяч воинов разгромил, когда в базе. Ну, вообще, изи. Такое может даже пятиклассник сделать. Это вообще невозможно забыть. Так, какой-то терминал. А, я так понимаю, это город Рохи с Ислом, да? Да. Боже мой, кто называет город островом? Дурак какой-то. Короче, нам что-то он там говорит. Короче, мы проходим проверку, короче. Фейс-контроль, да? Да. А welcome home, доктор Даня. А, знаешь, я не доктор, который врач, а доктор, типа, наук, наверное. Ты, короче, в генетике, типа, доктор. Ну вот-вот, говорю, доктор наук. Мне это больше нравится. Ну, Так, совместно. кучу кнопок, куда можно нажать, понимаю, что не понимаю. Так, ты, наверное, уже в главном этом, да? Лобби. Олень отстанет от меня. Да какой олень? Так, смотри, есть красные сердечки какие-то, желтые хрени, Во, и синие хрени, синие это серые деньги. хрени. Так, слушай меня внимательно. Прям. Меня просят потратить красные хрени 380. Ну ладно. Open case, открываем мешок. Из Там, наверное, поедыма. Вульф сидит. Я надеюсь, что там Вульф сидит. Если не он, то, блин, все хреново. И что там за петух сидит? Четырехзвездочный петух. Не, блин, ребята, вы объясните, что происходит сначала, чем мне в бой вливать. Даня, представь, ты в реальной жизни, короче, тебя засосало в портал, ты очнулся в Да, какой-то управляю больнице. кучку девочками, которые за меня там тащат все. Такой, ну, тащите дальше. Не-не, Так, Даня, показываю смотри. какую-то мелкую девку среди кучу бомжей. А, мы типа спасаем безобидное дитя. Короче, антианимешники хотят загасить анимешников. С чего ты Только взял, эти анимешники эволюционировали в людей. Таких специализированных. Короче, понятно, да? Только я не понимаю, что это за мужик в черном. Какой-то гуард.